Друзья, всем привет! Продолжаем проект «Не спидран с нуля до топа без доната» и сегодня пройдем путь с 5000 трофеев до 6000. Приятного просмотра! До 5000 трофеев дошел я с прокачкой, которая на ваших экранах, и с самого начала отправления в сторону 6000 трофеев получилось улучшить скелетиков до 9 уровня, и до 5300 я пролетел без проблем. 5500 трофеев! Решающая игра! Я должен буду показать все свое мастерство для того, чтобы взять следующую арену. Итак, ну что, скинем бандитку. О, нет, планы меняются. Тогда нам нужна карта с уроном по области, магический лучник. Смотрим, будет он что-то докидывать, не будет что-то докидывать, что-то докидывает. Бандитка в нее же врежется. Хорошо, хорошо, а то я уже засомневался. Хирургически, идеально точно бандитка врезалась куда нужно. Ну-ка, магический лучник, помоги. Эх, жаль, не спас магического лучника, реакции не хватило. Опа, разрядик сюда, ну... Плохо. Ну давайте магическим лучником простреливать через шахтера по ведьме. Через шахтера по ведьме, я сказал. Прикрываем ведьму. Ой, прикрываем магического лучника. Пойдет. Бандитка моя мрет, но пойдет. Итак, ничего не накидываю, потому что у него сейчас варвары там есть. О, у него еще и валькирия есть. Ну, давайте до принца крутанемся. И принц там двух варваров отщелкнет, плюс валькирию законтрит. Ну, короче... Закинем еще гоблинскую бочку, чтобы у него проблем больше было. Да, вот они варвары. Двух он отщелкнет. И все. Дальше будем магическим лучником дефаться, получается. Ой-ой-ой, это он ошибся. Это можно бревно дать хорошее. Очень хорошее. И я думаю, что сейчас можно даже крутануться до принца. Но выставить... Да, походу я не успел. Да, не успел. Магический лучник под огнем башни. Так, разряд на этот раз. Нормальный? Хороший. И все. Минус вышка. Давайте на другую сторону заставим его там варваров ставить. Или что он там хочет? Да, варваров он туда ставит. Снова магический лучник. Он любит мага ставить из середины, поэтому... О, ничего себе. Что-то такого я ждал. Так, прикрываем магического лучника. Но, по-моему, я сейчас вышку-то потеряю все равно. 11-й шар. Хотя нет, смотрите, уберег вышечку. Разряд. Хорошо. Ой, бандитку пропустил. И магический лучник простреливал. И хорошо. Снова магический лучник. Прикрываем его опять, ловим шахтера. Ну и все. Да, уже шар не долетит. Зря он шар так редко использовал. У меня-то один магический лучник. Мог бы и выиграть, если бы чаще использовал. Ну а так. 5500 трофеев, друзья мои. Уровень! Промежуточная каточка сейчас будет. Асиф Хан Сафа против меня из клана Диор. Что-то мне кажется, паленый Диор у Асифа. Но это не точно, конечно. Давайте электрического духа скинем так, чтобы он чисто пощекотал 12-ю ведьму с ее скелетиками. И магического лучника против ведьмы. Что-то ведьм пихает прям часто. Но это нормально, это нормально. У меня все есть для того, чтобы их контрить. Бревно против гоблинской бочки. Знаем теперь его главную атакующую карту. Бандиточка в это, но не добьет, да? Да, маг 18-й, 12-й, вернее, очень жесткий. Разряд на готове, разряд не пригодится. Варвары. Ну давайте, магический лучник. Опять. Только против... О, вот это плохая новость. Плохая новость, что ему есть чем убивать магического лучника. Это будет сложная игра, друзья.
Напоминаю, что ни разу не проиграл я еще на пути славы. 5565 трофеев или сколько там у меня, короче. Но вот до этого момента ни разу не проигрывал. Разряд. У тебя еще такая штука. Ладно, магический лучник. Хорошо, что не отдал бревно, но его и нельзя было отдавать. У него бочка гоблинская, поэтому... Это сложная игра. Ну-ка, а есть у тебя гоблинское бревно, вернее? А, у тебя стрелы есть. Что-то у типа все прям есть. Все есть, чтобы меня контрить. И варвары, и ведьма, и армия скелетов. И стрелы. Ну давай каких-нибудь варваров выстави. Хорошо. Магический лучник, он его фаером сейчас убьет, наверное. Хреново. Давайте скелетами развлекать этого, пламенного. Ну, давай стрелы отдай. Магический лучник опять. Ну, по идее, мне должно хватить здесь элика. Так, бандитка. Бандитка вот туда. Хорошо. О, жаль, что магического лучника добила. Блин, я намудрил, наверное, да? Придется принца давать. И магического лучника. И принц сейчас умрет бесславно. Ну-ка, разряд. Хорошо, нельзя так принца отдавать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот проблема в том, что электродух не выполняет свою функцию. И сразу проблема. Ёпарасоте. Бревно придется скидывать. Так, и разряд придется отдавать. Жесть. Так, принц и магический лучник. Он сейчас... Пайра должен будет отдавать. Ну, электродух, конечно, слабый, девятый. Опа, вот это хорошо, вот это шанс. Это прям отличный шанс. У него сейчас на варваров есть эликсир? Ой-ой-ой-ой-ой, ты еще и так ошибаешься, братан. Ну, тогда вот так. Все, это победа. Да. Сложнейшая игра, на самом деле. У него все было хорошо, но он неправильно использовал все это. Спасибо ему, спасибо. Только что, друзья мои, произошло поражение. Первое поражение на пути славы. А все почему? Потому что надо заряжать планшет. Это было обидно. Ну ладно, хотя бы теперь можно, надо мной не давит эта беспроигрышная серия. Теперь можно не париться. Разочек уже слили, поэтому не проблема. Оцельфадер против меня. Или Цейфадер. Или ноль Цейфадер. Короче, я не шарю. Давайте вот так принца поставим. Магический лучник хорошо простреливает. Так. Бандиточку сюда. Не прыгай. Хорошо. И гоблинская бочка, естественно, разряд наготове. Не зря разряд готовили. Магического лучника спасли. Еще пару выстрелов он сделает. Даже три, наверное. 4, хорошо, крутимся до принца. Останавливаем электродухом всадницу. Доедет, да? Да, доезжает. Ух, ничего себе. Вот это да. Ну-ка, бандитку сюда, это зря он так ставится. Ой, у него сейчас по двум проблемам, по двум сторонам будут проблемы. Сюда разряд дам. А справа минус вышка. И сразу в ГЗшку пошли. Да, я после поражения лютый. Вот так вот. Так вот. 5675 и очень важный момент. Это открытие нового сундука с первым чемпионом. Я очень-очень хочу, чтобы из него выпал мне золотой рыцарь, потому что я давно хочу поиграть с сочетанием принц плюс золотой рыцарь. И надеюсь, очень надеюсь, что именно этот чемпион мне выпадет. На самом деле выбор невелик. Либо он, либо король скелетов.
и выпадает мне в итоге Золотой Рыцарь. Да, это именно то, что я хотел, и, конечно же, я возьму этого чемпиона в свою колоду. После краткого курса использования чемпионов меняю я бандитку на Золотого Рыцаря, и моя колода становится вот такой. Заменил Золотого Рыцаря на бандитку, и так хорошо стало, прям вообще. Это то, чего мне не хватало, я вообще люблю это сочетание, собственно. Уже давно задумал поиграть подобной колодой, было у меня одно видео с этим сочетанием, но вот теперь будет больше. Хорошо. И это минус-вышка сразу же, разряд сюда. Ну не минус, не полностью минус-вышка, но... Как вы понимаете, задел очень крутой на победку. Теперь все ведьмы, варвары, вся вот... Ой-ой-ой, вот эта мелочевка мне не страшна. Давайте-ка с моста я скину этого. 13-е картишки. Ну-ка, магическим лучиком будем все это отщелкивать. Не знаю, бревно отдавать не хочется, наверное. Давайте лучше Золотого Рыцаря, а здесь скелетиков. Как-то так. Въезжаем в стройку. Капец, умри просто, пламенный, просто умри, уже достал ты меня. Просто такое ощущение, что полгода магический лучник его расстреливал. Ну, хотя до этого он расстреливал шар. Так, 14-й маг, 13-й карты. Вот это жесткий уже тип, кстати. Это уже, да, это уже такое. Разрядик. По всем скелетам. Магический лучник, хотя... Ладно, он если даже по левой шарикам пойдет, а он по правой идет. Давайте электродуха чисто остановить. Золотого рыцаря против ведьмы. Блин, плохая билка. Как он успел два раза ткнуть? Ну ладно, я его в ГЗшку забодаю. Разряд наготове. Но я не думаю, что я здесь буду давать разряд. Ой, плохо он ведьму поставил. За это ему спасибо, конечно. Надо магического лучника еще одного ставить. По левой стороне, скорее всего, вышку я потеряю. Это процентов 90, наверное, на это. Обилку прожму, чтобы магический лучник от пламенного не умер. Ой, вернее, золотой рыцарь. Гоблинская бочка. Принц. Не буду разряд здесь давать. Пусть магический лучник все расстреливает. Так, еще один магический лучник. Здесь скелет и бревно. Не убивай! Не убивай! Перемудрил. Так, здесь золотой рыцарь, обилка. Разряд я отдам в шар. Ах ты, зараза! Не, не добьет. Фу, хорошо. Но это было опасно. И капец у типа прокачка вообще. Что-то уже начали давать таких неприятных. Прям сильно неприятных. Давайте посмотрим. Ну жесть вообще, жесть. У меня 9-й, 10-й картишки дают мне 13-й, 14-й, 12-й, 11-й. Все ближе и ближе я к 6000 трофеев. Идет гладко, не считая того обидного поражения, когда у меня сел планшет. Что-то долго ищет сейчас. Кого ты мне ищешь там? Лютого киберспортсмена? Эльхой. Против меня. Бревно. Опа, не убьет, да? Да. Надо бревно улучшать. А то что-то тут уже 14-е бочки пошли. Это вообще... Не то, что я хотел бы. Ну, хоть магический лучник 11 мой. Сильнее у меня 12. Обилочка. Среагировал. Так, электродухом развлекаем. Принцем прикрываем. Разряд наготове держим. Ой-ой-ой. Плохо, плохо чувак реагирует. Это минус вышка сразу же. Разряд еще.
Хорошо, хорошо, с мини-пек еще разменялись. То есть я и по эликсиру вообще нормально в плюсе. Единственная проблема — это у него гоблинская бочка 14, которую не убивает мое 10 бревно. Но будем с электродухом тогда дефаться. Все равно тычку получил. Ладушки. Разряд следующей карты, поэтому принца можно с моста скидывать. Наготове разрядик, армия скелетов будет. Пока не будет, решил иначе дефаться. Бревно снова отдает не туда, куда нужно, поэтому вышка его страдает. Ну, правда, я сейчас переборщил в атаке, наверное. Хотя, может, и нормально. Обилочка здесь. Ну, вот опять он не отскочил в валькирию, только в лучника. Но главное, задефался, и на том спасибо. Время активировать ГЗ-шку, мне кажется. Бревном дефаемся, активируем ГЗ-шку. Все, теперь ГЗ-шка будет нам... Блин, вот этот выстрел был необязательный. Но теперь главное здание будет нам помогать защищаться от гоблинской бочки 14-й. Теперь будет проще. Погнали мою любимую атаку. Принц, перед ним золотой рыцарь. Все это под прикрытием магического лучника. Обилочку прожимаем. Быстро очень умирает Валька. Разряд сюда. Быстро очень умирает эволюционная лучница. И мы идем его вообще добивать жестко. 14-й принц неубиваемый. Опять он отдает бревно в него. Ну все, собственно. На это можно ничего не тратить. Золотой рыцарь. Куда будет бочка? Будет вообще бочка. Ну да, все. Эльхоя обыграли. Легендарный Джокер на 5825 трофеев, который я вливаю в бревно и улучшаю его до 11 уровня для того, чтобы не было таких проблем, как были в предыдущей игре с 14 бочкой. Повышается уровень моего аккаунта, это значит, что можно открыть еще один сундук за уровень. Из него часто выпадают крутые и серьезные награды. Давайте посмотрим, как будет на этот раз. Эпические джокеры, что приятно. И легендарная карта «Принцесса». В целом она мне не пригодится, но обменять ее можно, и это замечательно. Против меня Алекс. Давай, Санечек, показывай, что могешь. Могет ведьму десятую, не впечатлил. Эта ведьма будет... Прекрасный расклад. Хорошо поставил принца. Видите, магический лучник простреливает. Ведьма умирает. И золотой рыцарь перед принцем. Это минус вышка у него. Он потратил 12 единиц эликсира на свои карты. Я задефал это 9-ю. И еще потом пошел... Ну, как бы все. Тут как бы все. Минус вышка. Без вообще, без каких-либо вариантов защиты для него. Может быть, если бы только у него там мега-рыцарь через зеркало был внезапно... Ой. Вот бывает, когда играешь 4 пальца, один палец нет-нет, да-да. Вот сейчас вот было именно это да-да. Именно не туда да-да. Капец, как у него 11 уровень вышек и 10 ведьма. Ну, братишка, ну ты сам не понимаешь, что лучше не брать такую карту слабую в колоду. 11-я тоже слабо. Давайте снова простреливать магическим лучником. Убьет. Не до конца, поэтому золотой рыцарь, не слезаем с него. Обилка. Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то я позабыл, что у него этот... Так, а сейчас будет сложно. Давайте скелетики для начала. Электрический дух сюда. И все. Эх, допрыгнул все-таки, гад. Так, гоблинская бочка сразу же. Пойдет.
На большой урон я не рассчитывал. Да и смысл мне сейчас нестись. Опа, вот такой сюрприз он для меня приготовил. Принц! Все у тебя в порядке, принц? Капец, он мне всю вышку почти снес. Как это так-то? Так, у него мега-рыцарь. Фиг с ним, давай, пусть он скидывает его на магического лучника с принцем. А у нас там бочка надамажит. Может быть и не фиг с ним, может быть и зря я так сыграл. Снова это элита. На этот раз принц, давай, не подводи. Здесь уже ты не можешь убежать от своей ответственности. Но еще одна тычка от элитного варвара, я потерял вышку. На грани, сложно здесь уже. Ну чё? Не совпало. Но он дорогую карту выставил. В принципе, можно было бы закинуть на левую сторону гоблинскую бочку, но я... Если бы следующей картой был электрический дух... О, хорошо, пойдет. Сюда разряд. Будем активировать ГЗ-шку. Электрический дух. Хорошо, идеально исполнено. На клеточку выше надо было его ставить. Теперь у меня проблемы. Косяк. Так, принц же не обратит? Да, конечно, не обратит. Ладно, я поставлю магического лучника, чтобы по левой и по правой потом задефаться, потому что ведьма уже на поле боя, надо что-то с ней делать. Ой, вот эта ошибка мне все испоганила вообще, надо будет камбэкать. Ох, еще и такая штука у него есть. Обилочка. Не убивает двух двенадцатых мышек. Собственно, как и двенадцатых скелетов. Все плохо. 578 хп, а у него вышки почти не тронутые. Все из-за активации ГЗшки. Да ладно, еще такая у него штуковина есть. Но здесь бревно надо отдавать. Разряд я туда отдавать не буду. Я лучше магического лучника поставлю. Ну давай уже доползи. Ну елки-палки, Семен. Семен Семенович, принц. Но он добежит, кстати. Если он ничего не выставит, но он выставляет, зараза. И разряд в никуда. Все как плохо в этой игре складывается. Добей. Добей. Хорошо. Хоть так. Ну давай, ладно. У тебя сейчас с эликсиром все не очень хорошо, насколько я знаю. Мега-рыцарь? А бочку чем? Армия скелетов. На этот раз разряд дам. Еще одна бочка. Чем дефать будешь? Заморозка. У него еще и заморозка. Блин, если он все это вложит в атаку, то я вышку 100% потеряю. Чем боюсь атаки с всай... О, да ты красавчик мой. Спасибо, роднулечка. А теперь дефайся. Ты что делаешь? Что он делает? Зачем в эту вышку? Жесть, ну чувак дает. Но он бы не добил даже левую вышку, но... Чё за прикол вообще? У Фазеля пасрояль. Но десятые вышки, это хорошо. Угу. Из глубины магического лучника ставлю, простреливать не хочу. Вдруг у него какая-нибудь карта 14 есть, какой-нибудь 14 мега-рыцарь. Он на голову магическому лучнику упадет с моста и до свидания. Ну или вот, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте разряд сюда давать. Электрический дух.
Вот электрический дух меня достал, он вообще, зараза, девятый. И постоянно, короче, он... Разряд? Не выполняет свою функцию, короче. Ну-ка, принц, въезжай. Ну чё, орда миньонов — это большая проблема. У меня есть магический лучник, у меня есть разряд, но у него же еще армия скелетов. То есть мне надо будет бревно на армию скелетов. Это как-то это... Чтобы ее пройти выгодно, надо будет предиктить. Короче, о, еще такая штука. Давайте в левую сторону проатакую, раз он дорогую карту выставил. Че, вышку отдаешь просто так? А, он эликсир копил. Блин, ну как хорошо, что он такой неопытный. Так, давайте магического лучника, чтобы он по этим стрелял в первую очередь. Ну, электродух, я на него и не надеялся, все понятно. Минус вышка. Капец. Чё-то, по-моему, это похоже на пососяу. Французское слово обозначает очень обидное поражение. Возможно, я неправильно произношу, может быть, там ударение на «у» на последнее. То есть пососяу, но сути это не меняет. Так, я сюда бревно дам, сюда скелеты плохие, но разряд, может, исправит? Да, пойдет. Так, еще одного магического лучника. Он пока не догадался, что можно меня яростью вышку левую забирать. А он ее вообще забирать собирается? Братик. Братик, тебе надо вышку забирать. Братик, не хочешь вышку забирать? Походу, не хочет вышку забирать. Что такое вообще просто? Уже какой раз меня раз это... Ну, вы поняли. А в конце дают выиграть. Две игры. Две игры, друзья, до 6000 трофеев. Маркес против меня. И гоблинская бочка против меня. Ноль. В ноль за дефолт. Пойдет такое. Ну шо? Атаковать ли мне? Пока, наверное, не стоит. Да, правильно, это был выбор. Давайте магического лучника сначала поставлю. И принца так, чтобы он разогнался. Стрелы плохие, и сразу же держим в уме, что он отдал их, а это значит, гоблинскую бочку мы можем закинуть. Причем закидываю так, чтобы гоблины танчили, чтобы принц дошел до вышки, то есть до того, как принц пересек мост. И замечательно, просто замечательно. Здесь скелетики в самый последний момент перед выстрелом грома. Вот видите, он в конце тупит, когда перенастраивает свои лучи. Если бы у меня были вышки 11, он бы в ноль задефался в итоге при помощи скелетиков. Ну так. Бревно. Даже если бы у него бочка была 14, хотя я не уверен, что 14 бочку... Так, ну короче, потом проверим. Магический лучник, бочка, стрелы. Стрелы запоздалые. Но я не буду здесь прикрывать. У него есть мега-рыцарь. Нет эликсира на него, конечно, но все равно я не хочу. Не хочу подставляться под него. Он там каким-то чудом накопит, и потом у меня будет бобо. Так, разгоняемся. Разряд наготове. Разряд не нужен. Он, кстати, ошибается. Да, получает урон его вышка из-за неправильного позиционирования. Бревно на гоблинскую бочку. Замечательно. Принцесса будет с моста? Скину скелетиков. Да, принцесса с моста. Хорошо, сразу гоблинская бочка. Минус вышка. Замечательно. Давайте пусть поживет магический лучник подольше.
прям жестко его прикрывать не буду, потому что пламенного все равно убивать нечем. Кручусь до еще одного магического лучника. Здесь обилка. Электродух против пламенного. Не пригодился, но я не видел, что именно он танчит. Поэтому перестраховался. Бревно нельзя отдавать. Принц, добей. Хорошо. Ну чё, я думаю, что это победа. Да, это победа, и остается одну игру выиграть, и все будет замечательно. И будет 6000 трофеев. Подбадриваем соперника нашего Маркеса. И вот она решающая. Решающая, друзья. Сота против меня. F-сота. Угу. Разряд дам, так, чтобы еще по шахтеру попасть. Шахтер 12, его игнорить нежелательно, конечно. Принц. Шахтер, принц пламенный. Обилка плохая, надо было раньше прожиматься. Так, здесь скелетами будем развлекать. И электродухом с принцем, наверное. Разряд на готове. Отдаю. Давай, врезайся. Пойдет. Так, мыши кайчу скелетами. Разряд, потому что отдал до этого. Обилочка, успею? Не, не успел отрикошетить. Так, ну давайте магическим лучником с электродухом это как-то дефать. Того же хватит, по идее. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, разряд сюда. Не доезжай, не доезжай. Все было хорошо, стало не так хорошо. Но я почти уверен, что у него еще есть мега-рыцарь. Процентов на... Ну, 70% даю, что у него есть мега-рыцарь, друзья. Так, бревно вот нам пригодится здесь. Электродухом развлекаем. Скелетиками продолжаем развлекать. Кайтим. Хорошо. Может быть, и стоило закинуть. Ой-ой-ой, хорошо отскочил. Здесь вот такой разрядик. И давай, принц, давай на ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я мискликнул, друзья. Я хотел электродуха выставить. Ну а получилось-то неплохо в итоге. Бочка. Ай, разряд у него сильнее. Принцем ловим. Что-то походу нет у него мега-рыцаря. Так что зря я очковал. Давайте сюда магического лучника, чтобы банду простреливал, если что. Обилка. Замечательно, да. Все, это победа. Это победа, друзья. Это победа и 6000 трофеев. А мега-рыцаря у него так и не было, походу. Или он его не использовал, не знаю. Все. С одним поражением с нуля до 6000 трофеев. И то поражение было из-за того, что... разрядился планшет. Но это уже никому не интересно. Оно все-таки было, к сожалению. Еще и мастерство какое-то выполнил под конец. Что ж, прокачка финальная на рубеже 6000 трофеев 17-й арены на ваших экранах. 14-й принц, за счет которого я, собственно, и тащил. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.